Праздничный женский день 8 марта. В Самарской области небо закроют тучи, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем минус 1, плюс 1 градус, ночью минус 1, минус 2. Ветер восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, днем 2 с минусом, ночью минус 2 градуса. Ветер восточный, 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 1, ночью. Также 1 ниже 0, ветер восточный, 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой снег, днем минус 2 и ночью 2 с минусом, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.